Вот, смотрите, нужно снять эту крышку, но эта крышка на бумажной прокладке вот там сидит. И чтобы ее не порвать, нужно это делать медленно, оттягивать эту крышку. И вот я придумал, веревку привязал на палку. Вот груз висит. Завтра приду, посмотрю, но, скорее всего, уже отскочит. Если не отскочит, еще вон грузики повешу. Она там даже чуть-чуть уже отслоилась. Вот там. Тут сильнее отслоилась. Тут слабей. Прокладку неохота, чтобы порвалась, поэтому вот так. Пусть она потихонечку отвыкает.